Добрые вести от Арсении Мустафиной. Эта девочка много лет борется с неизлечимым заболеванием мышечной дистрофии. Родители делают все, чтобы помочь своей дочери в борьбе с этим недугом. Не так давно Арсении сделали операцию на позвоночник. Операция прошла успешно. Арсения стала на 5 сантиметров выше и похудела на 5 килограммов. Сейчас предстоит еще одна операция там же, в городе Курган. Она назначена на 27 апреля. Мама должна быть рядом с ней постоянно. Для реабилитации, проживания мамы, транспортировки нужны деньги. Только на дорогу этой семьи уходит 30 тысяч рублей. Давайте поможем Арсении все вместе. Деньги можно перечислить на банковский счет, указанный на экране.